знаете, я просто так здесь лежу, отдыхаю, наслаждаюсь жизнью. А нет, я пришла в самый большой и современный скалодром в Беларуси. Буду сегодня на высоте и буду также испытывать свою выносливость. Здесь я в первый раз, думаю, что мне должно понравиться, потому что я люблю спорт, люблю пробовать что-то новое. Поэтому пойдемте, попробуем вместе со мной. Наш скалодром, он один из самых больших в Республике Беларусь. Здесь представлены трассы такие, как олимпийская трасса на 15 метров, трасса для новичков на 16 метров и трасса на сложность, она до 17 метров идет. Оборудование у нас используется мировых производителей. А если такой скромный вопрос, сколько примерно вот стоит все это? Оборудование, вот эти вот стены, камушки эти? Ну, могу если сказать, можно, так примерно хотя бы. Могу сказать, что это очень дорого. То есть суммы даже не назову вам. Даже не миллион долларов? Не могу вам даже сказать. Да, но очень дорого. Очень да. дорого. Но вы посмотрите, какой прекрасный это скалодром. Прекрасный скалодром. Такое заявление заполняет каждый, кто сюда приходит. То есть самые такие важные данные о вас, поскольку здесь не шутки, потому что вы в первую очередь должны соблюдать технику безопасности. Смотрите, какая милота. Это для самых маленьких любителей скалолазания. Ну что, я уже переоделась. Правда, мне сказали, что черный цвет не самая лучшая одежда для скалолазания. Но я здесь первый раз, поэтому мне простительно. И сейчас инструктор мне расскажет, что нужно делать, как себя вести и как размяться перед скалолазанием. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Расскажите, что мы будем сейчас делать? Сначала мы, конечно, послушаем инструкцию по технике безопасности, потом перейдем к разминке. Первое правило на скалодроме – никогда не находиться под стеной, когда на ней лезет человек. Там может находиться только тот, кто страхует. На руках у нас не должно быть ни колец, ничего. Я все сняла специально. Потому что это может быть травмоопасно, так как мы беремся за зацепки. А сейчас будет разминка. Больно. Это только разминка, я уже устала. Ну что ты, как? Нормально. Так может уже полезешь? Ну что, вы готовы? Полезешь со мной, Саш? Ну и ладно, я сама. Так, тихо. Отлично, молодец. Чтоб я еще раз. Согласилась. Ладно, тихо. Очень болят руки, очень устаю. И реально, со стороны всегда кажется, что это очень просто, на самом деле, это далеко не так. Молодец! У меня получилось. Правда, мне кажется, в ближайшие 2 дня я ходить не смогу, но ничего страшного, зато я покорила высоту. Я особо горжусь. Все, давай, так. Это я все. Это я все. Это все я. Это я эту трупу ползла. Это я. Я такая молодец. Так жаль, что здесь нет медальки такой, чтобы меня тут все похлопали. Я такая молодец. Спасибо, спасибо большое. Да. С дебютом меня, как говорится. Спасибо. Да, теперь настоящий скалолаз. Теперь я настоящий скалолаз. Слышали? Все.